Ну что, всем здравствуйте. Появилась задача записать какое-нибудь новогоднее поздравление от студии Лебедева. К сожалению, наш моушн-дизайнер заболел, поэтому какими-то вот такими копирайтерскими трюками будем сейчас. Попробую сейчас обойтись. Вот, я скачал очень красивое новогоднее видео, где идет снег, красиво падает. Вот, сейчас попробуем на него, может, что-нибудь наложить, какую-нибудь интересную картинку. Так, ну ладно, у нас есть, значит, видео, давайте попробуем на него наложить текст. Так. Так, я скачал еще на рождественскую музычку. Давайте подложим ее. Давайте посмотрим. Сейчас должно заиграть по-новогоднему, по идее. Саш, иди убери свои огрызки ногтей с раковины. Я занят. Вот это говно просто надо устал оставлять. Иди убери это. Ты можешь, пожалуйста, выйти? Ну иди убери это. Ты можешь выйти, блядь? Оставляешь это, блин, на несколько дней, это там все. Выйди, пожалуйста, блядь. Я по работе записываю сейчас видео. Можешь подождать одну секунду, пожалуйста? Я по работе иди. Какое, блядь? Ты что, охренела, что ли? Иди сюда. Bye.